Вот сегодня я иду в храм в честь воскресения Христова. Было на днях открытие, и вот иду я в храм. Вот он какой с виду виднеется. Сейчас мы туда пройдем. Вот. Вот опять я у храма в честь воскресения Христова. Уже колокола зазвонили на службу. Вот. Сейчас мы пройдем. Сейчас мы пройдем в сам храм. Вот. Такое великолепие сделали, благоустроили все. Красота неописуемая всего. Вот. Все. Слава Богу. Слава Богу. Вот, как выяснилось, 14 числа было полностью освящение нашего храма в честь воскресения Христова. Приезжал наш нижегородский митрополит Георгий. Вот, сейчас мы входим в храм, там уже идет служба. Вот, там уже идет служба. Вот. Сейчас мы зайдем и узнаем все. Господи, помолимся. Господи, спаси, сохрани. Господи, помилуй. Господи, спаси, сохрани. Господи, помилуй. Итак, мы входим в храм. В честь воскресения Христова. Мы здесь потихонечку. Господи, спаси, сохрани, Господи, помилуй. Вот такой наш храм. Божественные. Все.
Ну вот, выходим из храма уже. Вот, на молебне побывали. Вот, идет молебень. И вот мы выходим все равно уже из храма. Господи, спаси, сохрани. Господи, помилуй. Вот. Выходим из храма уже все. На службе побывали. Вот. Слава Богу. Слава Богу за все.